Всем привет! Сегодня у нас последний день, завтра мы уже уезжаем, и сегодня у нас день музеев. Попробуем посетить как можно больше. Да, как раз погода позволяет, потому что дождик, и на улице особо не погуляешь. Так, вот мне лично интересно, что здесь делает американский Шерман. Ну, интересно. Это же Шерман, я же не ошибаюсь. Да, Шерман. Шерман ИС-2. И Т-34. Под народом. Самолеты. ТС-11, Искра, учебный самолет. Дальше у нас находится ПЗЛ-130, также учебный самолет. Старые орудия. 120 миллиметров пушка французская 78 года. Мортира 250 миллиметров 1918 года. Здесь гражданский самолет Республики Польши. Ну и идем дальше. Кстати, а дальше у нас британский танк. Почему-то как-то это странно. В общем, ребята, музей нас встречает такими вот открытыми экспонатами. У нас тут самолеты, орудия, танки. Но у меня один вопрос. Музей называется «Музей войска польского». Но здесь есть и американские танки, и британские танки. То есть, я так понимаю, что у них здесь собрана техника, которой они пользовались. Да, то есть, которая была... И они, и, ну, то есть там с Британии приходила помощь, американцы приходили. И то есть они собрали здесь все, что можно. Ну, с одной стороны, это очень интересно. Ну, все, что было задействовано во времена войны, оно здесь собрано. Да. Поэтому, ну, это не странно, просто вот так. Ну, это интересно. Да. По сравнению, да. Орудия. Причем это все орудия, я так понимаю, из Первой мировой войны, 1912-14 год, опять 14 год, 1910 год. И еще здесь есть вот такая, год какой, 1757 год орудие, смотрите какое. Вот это старое орудие. 1757. Самолет. Гражданский самолет. Потом сейчас посмотрим, что это у нас такое. Ан-26 транспортный самолет. Следующий И-22 тренировочный Ирида. Вот такой тренировочный. Потом это бомбардировщик, наверное. То есть такой транспортер опанцежённый, бомбардировщик, да, МиГ-21.
21. А это британский. Это точно британский, если не ошибаюсь. Да, Центурион МК5. Британский. Британский Центурион. Перейдем дальше, еще посмотрим на самолеты. Готовится к реставрации ПЕ-2ФТ бомбардировщик. Т. Ил-10. Знаменитость. Конечно, это знаменитость. Дальше. Ил-2М3. А вот это корабельное орудие. С кораблей. Это, конечно, не сильно разбираюсь в этом. Понимаю, это мины. Наводные, подводные. Да, контактные мины. Еще раз самолеты и запуск ракет. Застав ракетовый 9К51. К-51. 9К72 Эльбрус. Огромные, зараза. Очень огромные. А этот танк у нас... Это гаубица самоходная, 122-миллиметровая. В 70-х использовалась. Вот такая вот самоходная установка. Так, конечно же, еще один бомбардировщик побольше. Такая кабина, там сразу бомбы были снизу. Все так, это Ту-25. Ой, не-не-не, это Ту-2С. Ту-2С. Вот такой вот. Ну и вертолеты, конечно же. Это у нас Ми-8Т. Самый огромный, наверное, я бы сказал. Ми-8Т. Мультифункциональный он был. Ми-2П. Тоже маленький мультифункциональный. Ну, а это уже боевой больше такой. Боевой Ми-24Д. Штурмовой вертолет. Вот так вот. Вот такая вот здесь техника на улице стоит. Кто играет в World of Tanks, может оценить, как хорошо промоделирован этот танк в игре, посмотрев на него в реальности. Вот он, британский Центурион. И вот он такой вот на самом-то деле. Так что, если вы играете, можете оценить. Ствол орудия одинаковый, снаружи одинаковое, все полностью одинаково. Ну, по крайней мере, я уверен, что все одинаковое. Насколько я помню, какое оно в игре. Вот еще есть техника. Мы дошли здесь, даже вот немецкая самоходка. Я так понимаю, ее еще отреставрируют. Или, а нет, нет, это подбитая немецкая. Это Хедзер, да. Это Хедзер подбитый. Вот там сзади двигатель, и все можно рассмотреть. Подбитый немецкий Хедзер. Так это наша сушка, если не ошибаюсь, да, Су-76М, Т-34-85М, или нет, или обыкновенный. Нет, М, Т-34-85М, да, все верно. А это я даже не знаю, это... А, это Т-55 АМС, это, ну, это из более нового. А это Т-62А. Нет, ошибся, это Т-55У. Т-55
Так, это легкий танк? Нет. Это ПТ-76 амфибия. ПТ-76 амфибия и ЗСУ-57-2. Так, это тоже амфибия какая-то. Вот. Двигатель сзади есть дополнительный. Так, ЗИЛ-485. Вот так вот. Так. Как все сделано? БТР-152. БРДМ-2 для транспортировки военных. Просто БРДМ, простенький, маленький. Они все амфибии, кстати. И это уже помощнее. Скот-2А. Не слышал ранее. ТАПАС-2АП. Самоходки, все. Транспортировщики, самоходки. И это у нас тарам, транспортировщик СДКФЗ-251/1. Вот такой вот. Ну и, конечно же, хедзер еще раз. Вот так вот.